Последнее мое слово. Никогда не двигайся, пока не увидишь. Так сколько же ждать, пока не увидишь? Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Просто попроси его, скажи, любимый, покажи мне. Любимый, покажи мне. Любимый, покажи мне. Просто закройте глаза, поднимите руки. Я не хочу, чтобы это было очередным воскресным служением. Ты едешь, едь свою курицу там, котлеты и пюре. Я хочу, чтобы ты сейчас реально сказал: Бог, и я не вижу. Просто скажи ему честно, церковь. Вы знаете, дорогие, я просто много лет назад я начал орать: Бог, я ничего не знаю, я ничего не вижу. Бог не даст тебе, если какой-то имидж перед твоими глазами. Бог не может вложить, Он не будет, Он не насильник, Он никого, ни над кем не издевается. Но когда ты от сердца попросишь Дух Святой, и я не вижу. Об этом должны молиться пастора, которые смотрят меня, лидера будущих движений. И я не вижу. Покажи мне, я не знаю. Я слеп без тебя. То, что мне показали, это человек. Я хочу видеть тебя. Я хочу слышать тебя. Я хочу понимать то, что показываешь ты. Я хочу на земле жить, как жил Христос, как жили ученики. То, что они творили, они видели. Они видели. Иисус, научи нас ходить видением. 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 Бог, я прошу тебя, научи нас ходить, видим, увидеть то, что ты показываешь нам. Увидеть то, что ты показываешь нам. Бог, я прошу тебя, Иисус, коснись моего поколения, церковь, задержитесь, давайте сейчас просто помолимся. Просто от сердца помолимся. Я знаю, мы церковь молитвенная, мы с вами любим молиться. Просто молите сейчас о поколении, которое должно увидеть. Поколение, которое должно увидеть. Молитесь о тех, которые слушают нас и смотрят сейчас, потому что это к ним обращение также. Бог, я прошу тебя, покажи своим детям обетованную землю. Покажи своими глазами. Господь, я прошу тебя, да, мы вынашиваем это поколение, мы говорим в наше поколение: Бог, открой нам глаза! Выйдите сюда наперед и давайте несколько минут просто пробежим к Богу. Просто выйди. Я за тебя не буду молиться, ты будешь молиться за свою нацию. Да! Попроси его. Аллилуйя. Из глубины Духа Своего. Проси. Бог, покажи нам то, что ты хочешь делать. Покажи своему поколению. Проси его, пусть Он покажет тебе, Бог, покажи моему поколению, я хочу видеть, я хочу слышать, я хочу видеть.
слышат. Покажи, 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 кто я. Покажи нам, кто церковь. Покажи нам настоящих служителей. Покажи настоящих лидеров, которые видят, которые слышат. Я хочу понимать, я хочу переживать. О, Иисус, Иисус, покажи нам, покажи нам, покажи моей нации, покажи моему поколению, покажи своим детям, покажи сыновьям и дочерям. О, мы не мечтаем о том, чего мы не знаем. О, мы не мечтаем о том, чего мы не видим. Мы не мечтаем об этом. Покажи нам, чтобы возродилась мечта. Мечта от тебя. Мечта от тебя. Мечта от тебя. Твое видение. Дай нам свое сердце, дай нам свои глаза, дай нам видеть, дай нам видеть, дай нам видеть. Я хочу видеть, я хочу видеть, я хочу видеть, я хочу видеть, я хочу видеть. О, мы увидим. Мы видим уже, мы увидим еще больше. Мы видим уже, но мы увидим еще больше. Я верю, приходит абсолютно новый уровень сейчас. Он придет очень скоро, это чувствуется. Это чувствуется. Но это должно прийти через тех, которые видят. Потому что мы принесем сюда на землю только то, что мы можем взять там на небе. Мы можем только дать то, что мы имеем. Бог, покажи нам. Покажи нам. Покажи нам! Покажи! Покажи! О, покажи нам! Покажи нам! Проси его! Явить тебе его образ! Его образ! Проси его! Явить тебе его образ! Его образ. О, я буду делать только то, что увижу, ты делаешь. Я буду идти туда, где я видел тебя уже. Я буду делать только то, что я видел, ты творишь. О, о, Господь, Господь. Слава Твоя течет, слава Твоя течет, Бог, Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я прошу Духа Святого, я прошу моего любимого Духа Святого, когда мы разойдемся с этого здания, чтобы Он застал тебя врасплох. В машине, на работе. Чтоб ты попал в Его атмосферу хотя бы один раз. И когда ты попадешь в эту атмосферу, когда ты увидишь то, что Он покажет тебе там, никто не способен будет затмить твое видение, потому что оно затмит все человеческое. Все, что говорили люди, это будет полный бред. Ты увидишь Отца Творящего.
Просто проси Его. Если ты не понимаешь то, что я говорю сейчас, поверь мне на слово, я знаю то, что говорю. Ты находишься сейчас в движении, которое делает Бог. Да, лидером, которого Бог поставил меня, но я творю только то, что вижу Его творящим. Я ничего не хочу видеть своего. Да, мы атакованы именно так, потому что дьявол атакует тех, кто видит, тех, кто не видит. Запомни одно, как только увидишь, будешь атакован, но не бойся. Бог даст тебе силы. Проси Его увидеть. Пусть Он застанет тебя врасплох ночью. Пусть Он застанет тебя врасплох днем. На работе, в бизнесе, где бы ты ни был. Чтобы ты просто вошел в этот транс. Вошел в Его славу, в это облако и увидел. Когда это произойдет, ты выйдешь другим человеком. Я молю, чтобы это произошло с лидерами нового движения. Со служителями нового начала. Я молю о том, чтобы то, что Бог строит сейчас, оно увидело Его творящим. Только в этом случае остановить это уже будет невозможно. Потому что мы все видели чертеж Бога. Как Моисей увидел ковчег. И когда вернулся, он построил по чертежу Бога. Так и мы. Это духовный прообраз. Мы строим Его ковчег по Его чертежам. И когда Он будет закончен, церковь будет забрана с земли. Церковь будет взята. Мы должны построить Его ковчег. Аллилуйя. Воздайте Ему славу, церковь. Воздайте Ему славу.